Дорогие друзья, подходит к завершению курс тактической медицины, первый в зимних условиях. На этом курсе мы со своей стороны приложили усилия для того, чтобы организовать уютную ночевку. И один из элементов нашего курса «Технологии выживания. Особые условия» вы могли видеть здесь на наших материалах. Я надеюсь, курсанты оценили по достоинству удобство, уют, ну и, в принципе, достаточно нормальные условия для такого времени года. Поэтому желающих побольше узнать о методах, о способах выживания в зимних условиях, в условиях зимнего леса, мы приглашаем на наш курс «Особые условия». Приходите, учитесь, тренируйтесь, узнавайте новое. Всего доброго!